Спонсор прогноза погоды – Единый центр защиты. Сложно платить кредит? Уменьшите платежи. Избавьтесь от назойливых звонков. Ликвидируйте долги полностью. 248-36-33. В пятницу в Самарской области пасмурно с прояснениями. Местами пройдет небольшой дождь. Температура днем плюс 3, плюс 5, ночью 0, плюс 2 градуса. Ветер северо-восточный, северный, скорость 1,3 метра в секунду. В Сызрани пасмурное небо, возможен дождь. Днем плюс 5, в темное время суток нулевая температура. Северный ветер, скорость 1 метр в секунду. В Тольятти тучи, днем плюс 5, ночью 2 градуса выше 0. Северо-восточный ветер 2 метра в секунду. В Самаре пасмурно, но без осадков. В дневное время плюс 5, ночью 2 градуса выше 0. Ветер северо-восточный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 766 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 51%. Геомагнитное поле относительно спокойное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.